Мобилизовать все службы в период майских выходных. Задачу участникам заседания поставил глава региона. Важно обеспечить безопасность на объектах транспорта и автомобильных дорогах. Отдельное поручение губернатор дал главам курортов – провести беседы с руководством санаториев, отелей и детских лагерей. Они начинают набирать штат сезонных работников, и это должны быть надежные люди. О процессах трудоустройства на контроле властей. В Анапе в настоящее время также идет подготовка к тому, чтобы не допустить нештатных ситуаций на майские праздники. В обеспечении общественной безопасности будет задействовано 280 человек, среди которых сотрудники полиции и частных охранных организаций, казаки и народные дружинники. Готовность всех служб обсудят в ближайшие дни на местном совбезе под руководством главы Анапы Сергея Сергеева.